Патриотизм для Тимура Надырая не просто модное нынче слово. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Надырая, назначен накануне исполняющим обязанности главы администрации ГАЛА. В трудовой книжке Тимура Хухутовича нет записи о государственной службе, зато есть очень насыщенная военная биография, ставшая жизнью. Тимур Надырая – историк-обществовед по образованию, выпускник Донецкого высшего военно-политического училища. По окончании вуза в 1990 году 21-летний Тимур возвращается в родное село Моква, работает преподавателем истории в сельской школе. За проявленное мужество в Отечественной войне народа Абхазии награжден орденом Леона. В тяжелые послевоенные годы Надырая служил в Галском районе, командовал одним из подразделений абхазской армии. После 2 года занимался преподавательской деятельностью на военной кафедре АГУ. Сегодня Тимур Надырая – активный общественный деятель, заместитель председателя ветеранской организации АРУА. О своем назначении офицер запаса говорит скромно. Считает, что несмотря на отсутствие опыта чиновничьей работы, главное сегодня – присутствие желания изменить страну к лучшему. У меня там государственной чиновничьей работы нету. Но есть огромное желание, как у всей команды, которая пришла сегодня к власти, изменить страну к лучшему. Вот это желание мы будем реализовывать на деле и служить своей родине. Я как офицер считаю, что это назначение как призыв в армию. И я должен какое-то время отдать службе своей родине. Регион достался Тимуру Надырая сложный. Социально-экономическая ситуация в Галском районе со времени окончания Отечественной войны народа Абхазии считается крайне трудной. Криминальная обстановка обуславливается крайней нуждой, безработицей и этнической напряженностью. Эти и многие другие проблемы района ждут Тимура Надырая в Гале. Я как-то разговаривал с министром внутренних дел и в разговоре с президентом. Если мы не сможем обычными методами справиться с криминогенной обстановкой, будем вводить комендантский час или особый режим поведения граждан. Все зависит будет от ситуации. Криминогенную ситуацию бороться только административными методами тоже очень трудно, потому что огромная безработица в регионе. Тимур Надырая считает, что Галский район был и может стать экономически привлекательным, самодостаточным регионом. Сегодня же Гал находится на дотации республиканского бюджета, что, по мнению исполняющего обязанности главы администрации города, недопустимо. Экономически надо поднимать. Он находится на дотации от центра, от Сухума. Бюджет самого Гальского района около 26 миллионов рублей всего лишь. И дотации составляют около 100 миллионов. Я думаю, что регион, который должен быть донором, он сегодня на дотации, это надо исправлять, конечно. Надо выводить из тени всю экономику, и это дело не одного дня. Ну, будем работать. Завтра, 13 ноября, в администрации Галского района состоится представление Тимура Надырая активу города. Элеонора Гилоян, Раму Камке, Абаза ТВ.